Итак, друзья, как обещал, первый маленький выпуск новостей из Будвы. Сегодня 24 марта, и посмотрите, что творится. Это просто какой-то февраль, декабрь, там, или январь. Что у нас происходит, кроме вот этого апокалипсиса? Ну, жутко холодно, конечно, плюс 11 градусов ночью, в Подгорице вообще минус 1. Сидим в карантине, жителям Будвы никуда нельзя покидать город, но открыли вот недавно, правда, непродовольственные магазины. Торговые центры пока не открыты. Только маленькие, непродовольственные. Вот пока все, такие меры действуют до 24 числа. Надеюсь, что-то поменяется. Да, все кафе также продолжают быть закрытыми и терпят жуткие убытки. Зато стройки работают без выходных. Вот в таком состоянии на сегодняшний день находится вот этот огромный отель. И вот рядом маленький. Да, все кафе также продолжают быть закрытыми и терпят жуткие убытки. Зато стройки работают без выходных. Вот в таком состоянии на сегодняшний день находится вот этот огромный отель. И вот рядом маленький. Вот такое, друзья, 22 марта 2021 года, Черногория, Будва.